Всем привет! Сегодня я поделюсь с вами самыми интересными событиями предстоящей недели. 3 августа пройдет семинар для самозанятых женщин «Бизнес по-женски». На мероприятии поговорим об основах маркетинга и каналах продвижения. Также 3 августа состоится вебинар по эффективному участию на выставках. Вы сможете систематизировать и дополнить ваш выставочный опыт и избавиться от ошибок, чтобы добиваться на выставках максимальных результатов. Как стать поставщиком IKEA? Об этом вы сможете узнать 4 августа на онлайн-встрече с представителями компании. Ждем все отрасли – мебель, посуда, текстиль, декор и даже продукты питания. 5 августа стартует акселератор e-commerce по выходу на маркетплейсы и эффективной работе с онлайн-площадками. На установочной сессии выступят топ-менеджеры eBay, AliExpress, Ozon, Wildberries и других маркетплейсов. Мы продолжаем прием заявок на проект для школьников и студентов «Школа бизнеса». Если вам от 14 до 20 лет, вы можете выиграть Sony PlayStation, iPhone и другие призы за свой бизнес-проект. Главный приз – 1 миллион рублей. В Удмуртии до конца лета снизили ставки по займам для предпринимателей и самозанятых. Теперь максимальная ставка на целевые займы составит 5%. Больше информации в наших социальных сетях и на сайте. Подписывайтесь на нас, следите за новостями. Всем отличной недели!